Не найдешь? Знаешь? Скайп не найдешь? Да, сейчас, мне кажется, это давно было, но тут есть какие-то пароли. Ты даже не запишу, какие пароли, кому, к чему. Кому, к чему, блин, у меня тогда написано, только вот Xbox, именно к скайпу не вижу пароль. Ну, установи доступ, да и все. Чего? Восстанови доступ с помощью телефона. Телефон вбиваешь, там написано, забыли пароль, а потом смс тебе приходит, и ты... Ладно, тогда давай пока это... Сейчас я тогда попробую. Ага, давай, звони мне, на скайпе же давно. Ладно, все, давай. Ага, давай. Алло. 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 Алло, тебя меня слышно? Алло. Не, тебя не слышно. Ты куда ворвал? Алло. Вот я тебе по WhatsApp позвонил, по Вайберу, и у тебя там не было голоса, звука не было слышно, тебя не слышно было. Я тебя слышал, его все. А я тебя нет. А я тебя нет. Ну вот ты меня не слышал, я не знаю почему, сейчас я вот нас... У тебя, наверное, это микрофон включается, ты щекой, ты к щеке приложил телефон? Блин, да у меня гарнитура, я на гарнитуру подсоединил, и все должно пахать. Я тебя слышал через гарнитуру. А я тебя не слышал. Ну вот я... Какая у тебя гарнитура? Ты к родному телефону? Чего? У тебя к родному телефону гарнитура или какая-то с помойки? Нет, у меня нормальная гарнитура, а не с помойки. А, нормальная, сейчас, да? Еще раз, да, сейчас еще раз подключу, сейчас. Угу, так, давай. Вот он и видит, так, линейный выход. Линейный выход это у нас что? Что за гарнитура-то? Обычная гарнитура, господи, ты что, наушник? Ты что, туда микрофон от компа, что ли, пытаешься подключить? Почему обычный? Я под... Блин. Ой, да я пытаюсь это... подключить обычный микрофон. Наушники надо этого телефона, от которого ты покупал себе телефон. А не от какого-то говна. Через комп, что ли, там созвонишь, или через что, через телефон? Алло. Через комп. Нафиг, через комп звони, через телефон звони. Сейчас, подожди, я попробую, вот громкость воспроизведения вышла, давай позвони еще раз на комп. Ага, сейчас, хорошо, сейчас, давай, ага, все, звони. Давай. Если услышишь, то нормально, сейчас, давай. Ага. Давай несколько раз попытайся, я попробую поднастроить. Ага, хорошо. Все, давай, еще тебе звякну. Угу. Алло, ну как? Алло. Алло. Тебя не слышно.
Хочу, а здесь, а это ты только сделал, где установил на комп? Там настройки надо залезть и микрофон включить. Я знаю, я каждый раз при... А децибелы ставил, там децибелы еще есть. Чего? Там есть такой значок рядом с колонками, там где микрофон, запись звука и запись голоса. Там есть децибелы, их надо увеличить, я все увеличил до 30. Чтоб слышно было. А вот громкость воспроизведения, вот воспроизведения. И там рядом. Вот сейчас и там рядом есть такой значок через VLTK аудио, громкость воспроизведения, громкость записи. Там есть такой значок, там надо на 30 дБ поставить, тогда ты меня услышишь. И я тебя тоже услышу. Чего? Ты че, хотел что ли? Что за говно? Ты че, понимаешь, о чем я тебе говорю? Там громкость воспроизведения громкости, а мощность динамик, мощность микрофона 30, 10, 20 дБ. Или ты тупой? Я знаю, 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 блин, я все это, блин, успокойся. Ты это ставил или нет? Все. Что у тебя за гарнитур? Мне, может, все нормальные наушники для компа купить или тебе подарить, у меня есть? Да нормально, у меня все сейчас, подожди. Через всякие петлички, там а, ком вот страны. Что? Все, микрофон, давай еще раз сейчас я звякну и проверю. Давай. Все, давай. Я тебя не слышу, ты слышишь меня? Алло? 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 Я тебя не слышу. Ты меня слышишь, а я тебя не слышу. Алло. Алло. Я тебя не слышу. Я тебя все равно не слышу, что ты там петличку компу что ли подключил, или что за говно ты там подключил? Да я наушники подключил нормальные к компу, ёпси. И все нормально, у меня все подключилось, у меня комп показывает, что все подключено. В Вайбере в настройках копайся, значит. Или в WhatsApp. Чего? В Вайбере в настройку, у тебя Вайбер... Вайбере чё, вот я, наверное, вхожу в свои настройки, ёпси, дебильные. Звук. Вот настройка звонка, аудио, выход. Громкость, уровень, микрофон, Realtek аудио, это моя встроенная. Попробуй поговори, что там шкала попрыгала. Там чего? Есть, там смотри, в WhatsApp, как и в Viber, в Skype есть настройки, там можно позвонить свою поддержку, чтобы они послушали твой голос, а потом подали, записали твой голос, а потом дали послушать тебя. Ты об этом не знал? Позвони туда. Там номер должен быть. Тебя не слышно, может по обычному телефону поболтаем? У меня все равно без... У меня все равно безлимитка. Проверим несколько, я тебе несколько раз позвоню, услышь, я тут буду менять настройки. А ты пока посиди, подожди, не надо перезванивать на телефон каждый раз.
Ладно, через третий раз я позвоню тебе на телефон. Через 3-4, ладно, всё, давай. Давай. Слышишь, я тебя не слышу. Алло. Мне себя не слышно, ковыряйся в настройках. Я даже видео показал. Я все равно тебя не слышу. Алло. Алло. Мне тебя не слышно. Посмотри обновления, может какие-то обновления для него вышли. Так, подожди, сейчас у меня реалтековский внутренний кодек. Аудио. Нет, не реалтековский. У меня саундбластер микрофон. Ах ты, блять, еще саундбластер микрофон. Раз, два, реал... раз, два. Чего? Ты вообще в играх не пробовал, ни разу не записывался, на бандикам загрузишь, чтобы записать свой голос. И посмотреть видео с собой или без видео, или диктофон какой-нибудь закачай на ком, чтобы записывать на диктофон свой голос, а потом слушать. Понятно, сейчас раз два, я его проверяю просто через видео, чтобы он у меня показывал, но у меня это выход именно сейчас. Так, на LGT это понятно. Так, это ладно, это внутренний. Так, а где сам мимикрик то а, сейчас, подожди. Должно это здесь быть, я просто знаю, что это было. Так, сейчас. Да. Можешь по обычному телефону потрунди, потому что у меня безлимитка, я тебе сам звоню, не ты мне. Сейчас, подожди, надо... Я, кстати, 400 рублей плачу за телефон, у меня там безлимитка. Ну, понятно, но все равно надо вообще-то настроить, я так или иначе хотел это рано или поздно сделать. Сейчас еще раз проверю, подожди. Раз-два, блин. Ох, не на вообще. Ну, работал. Не, а реально работал. Раз-два. Ну, это понятно, что он все работал. Чего? Я тебе говорю, это понятно, что он у тебя работал. Но когда работал? Лет 10 назад, что ли? Чего? Когда он у тебя работал? Лет 10 назад, что ли? В 13 году? Да, нормально, он работал, блин. Раз-два, это охеренно, это что, этот Sennheiser, ёпсель, он дорогущий, он должен работать вообще безупречно. Ему всего лишь... А настройки должны быть не Realtek-овские, а HD Realtek установи, а не эту хуйню. HD Realtek у меня... Нет, у меня не Realtek, у меня саундбластерская херня, то есть у меня выход от аудио громкой, да? У меня саундбластер стоит. А, так ты все равно Realtek HD Audio загрузили, и все, нормальный драйвер у меня работает, я старый загрузил. Да у меня есть встроенный Realtek, ёпсель-моксель. Ты лох, что ли, драйвер надо загрузить, а не всякие там карты на драйвер у меня есть, что думаешь, я дрова не устанавливаю, что ли? Так покопайся в дровах. Да ты не копаюсь сейчас в дровах, смотрю, что за херня. Децибелы увеличь на микрофоне, громкость децибелов записи. Ты увеличил их или нет? Так увеличил, конечно. Ну тогда не знаю, что это. Ну вот у меня микрофон. Вообще 50 их стоит. То есть я вот так или иначе должен, ну, слышать, по крайней мере. А то ты его не слышишь. Чего?
слышу. А ты его не слышишь у себя, да? Ну, у себя не слышу, я и вибер не слышу. То есть вибер тут вообще-то показывает, что у тебя работает микрофон. Он, ну, скажем так, он показывает тебе... ну, он показывает тебе уровень. Так, сейчас, блин, раз-два, нет, ни хера, не хочет. Купил себе новый телефон, теперь сижу на досураках. Так, еще раз, ну-ка. Раз-два, нет, не хочет. Нам должен показать, у меня тут очень большой выбор, что... к чему можно подключить. Так, раз-два, не хочет. Попробую по-другому, переключу-ка я разъем, может, разъем, или так. Красного взял для микрофона, надел на задней плате компа. На это реалтак плате. Если он там есть. А если нет, то включай встроенного. Да у меня впереди все разъемы. Ох ты, лохопед, ты всех, наверное, не подключил, он их не видит. Надо сзади подключать, а не спереди. Нет, спереди у меня подключены, потому что он не показывает, что я подключил. Хотя у меня есть дрова, я тебе еще раз говорю, у меня есть дрова. Значит, дело в проводах, подключай сзади, у меня все сзади подключено. Провод удлинитель возьми, купи и подключи. И у тебя длинные наушники для компа? Чего? У тебя длинные наушники для компа? Длинные наушники для компа? Длинные. Ну подключи сзади, никаких проблем не будет, я сзади подключил, спереди ничего не подключал. Ой, мне кажется, успокойся, нормально все, сейчас я настрою. Да это пещерность какая-то у тебя, уж по телефону поболтать. Чего? Это какая-то пещерность, лучше по телефону поболтать нормально, чем этой хуйней заниматься. Нет, лучше все-таки настроить эту хуйню. Знаешь, нормальные люди уже за компом, да, ну, по WhatsApp, по Skype не болтают, они уже по телефону болтают. То есть, если я с 4G, она такая скоростная, и у тебя там еще 2G, что ли, до сих пор? Алло. Но. У тебя что, 2G, что ли, связь до сих пор на телефоне, или 3G? Поменяй сим-карту с тем самым номером. Сходи в салон МТС. И никаких проблем не будет. Будет высокое качество связи, скорость, поменяй тариф. Да сейчас я подожди, настрою, все успокойся, что ты запсиховал, ты хочешь как всегда. Я не запсиховал, это для отдельного совета. Я ем. Что ты делаешь? Я ем доширак. Потому что ты заплатил за новый телефон. За iPhone 13. Молодец. Так, ну-ка еще разок. Давай, подключись на нуле. Зинхайзер, ты же работал, все было. Так, раз-два, нет. Сейчас, так, передняя панель. Ну-ка, что у нас тут? Сигурация динамика, стереофоническая. Да, объем ли звук в наушниках? Заебись. Так, эффектов нет. Это нет, стандартный формат, ура. Так, второй, так. Цифровой. Ну и что там у тебя? Не получается? Я вот смотрю, сейчас он реагирует, нет? Так, еще раз, раз-два. Ты что, херан, не может не работать, ты его. Может перезагрузить хотя? А, ну вот, сейчас еще раз. Раз-два. Блин, может быть вибер надо обновить. Так я тебе по этой говорю, обнови его. Или скачай новый. Заднюю панель воткни, в заднюю панель лучше будет, чем в передней. В переднее говно. Нихера, передняя у меня подключена, я сам подключил раз-два, и она работала, я так уже подключал, уже все работало. Да, тяжелый случай, конечно. Ну, а что ты хотел, блин? Так, сейчас попробую-ка я, может быть. Так, ну, можешь же обновить?
установить игр попробовать? Можно? Можно. Можно обновить Viber, попробовать. Попробуй. Да, где он тут обновляет? В настройках. Посмотри, где. Чего? Посмотри, где можешь и там. Курю и кашляю. Успокойся. Да не, слушай, все настроено, все вроде бы пашет. Так, наверное, да, вот так, ретейнер, так, активировать. Раз, размонтал, так, и дам линия. Тема. Ой, серая тема, вот так. Я сейчас, знаешь, кого в магазине видел, как кошечка перебирала медленно и с кошачьими лавками товары. Кристина Масичук перебирает кошачьими лавками товары. То медленно, то медленно, то быстро, то быстро. Я как только подхожу, она на меня заостряет внимание и медленно и медленно перебирает кошачьими лавками товары. А когда ухожу, то она быстрее их начинает перебирать. Ты сами меня на кассе задержишь, чтобы на меня позырить. Давай. Так, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, блядь, ну хер, не работаешь. Раз, два, раз, два, раз, два, не хочет. Ай, блин. Так, микрофон. Микрофон же? Да, микрофон. Чего? Микрофон, да-да. А сейчас пропадаю. Я не пропадаю, просто голову поднимаю. И что происходит? И чай пью. Ну заебись. Воду точнее хлебал. Он тоже далеко от динамика. Я не пропадаю, просто далеко от динамика нахожусь. Сейчас погоди, я воды наберу в кружку. Давай. Настроил? Алло. Нет. Нет? Бесполезно. Мертвый номер. Да я сейчас подожди. Так, окей, ладно. Да я вот сейчас попытаюсь еще это перенастроить. В заднюю жопу воткни компа все провода, там действительно будет работать, а в передней это фигня для вида. Туда ёбся, ты знаешь меня какой комп, чупся, его хрен сдвинешь. Ну об этом потом заранее. Так, сейчас подожди-ка, ну-ка. Раз-два, раз-два, так, у хрена ничего не пашет, сейчас еще раз, подожди, кто. Доширак вкусный. Да я понимаю, что доширак вкусный. Зато есть iPhone 13. Насосал. Молодец. Что ты там хуйней страдаешь? О, да, серьезно? Ну, сейчас попробую, может быть. Так, о, фронт-панель, так, он видит, так, он его вроде бы увидел. Сейчас попробую еще раз проверить в этом вибере, может быть, он заработал. Тогда звони. Какой? Ну, если заработал, конечно, сейчас, когда надо еще перенастроить, так. Раз-два, 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 нихуя. Понятно, по телефону лучше. Раз-два, 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 сейчас, подожди, я перенастрою, так, раз-два, раз-два, раз-два.
раз, два. Так, и слышишь, раз, два, раз, два. Так, микрофон, так вот. Раз, два, раз, два, раз, два. Какого хера, блин, раз, два, раз, два. Так, раз, два, раз, два. Нет, ни хера. Так, сейчас, как давление шума. Так, раз, два, раз, два. Так, вообще микрофон или не микрофон вообще? Это микрофон? Чего? Это микрофон? Это микрофон, ёпси. А-а-а. А что это может быть? Ну, вдруг патефон. Или старый дисковый кнопочный телефон. Дисковый телефончик. Знаешь, огромный. Может быть, почему-то он не хочет, блин, так. Ну, вот, кстати, колонки, да, вот стереофонические, да, которых я тебя слышу, то есть я слышу тебя через наушники, то есть наушники. Ну, я понял, да. То есть они реально, я тебя слышу, типа, все заебись. Но как только касается, и причем он мне говорит, так, микрофон, in a front, панель, pink. Ну да, в розовую херню он включен. Ну, заебись. Пиздец, надо было заднюю включать, это как хлопец включил в переднюю. Пиздец. Это где такие пещерные люди как-то откапываются? С какой планеты ты слез? Алло. Блин, харча, успокойся, ёпси. Ты знаешь, что на задню? Просто этой хуйню, которой ты вечно занимаешься, вот это вот, что-то подключить, что-то там начать. Я люблю испытания всякие, вроде эксперименты научные, как доктор Эмит Браун. Помнишь, док-док, но в будущем, да, Марти? Как? Через настройки Вайбера. Удали его, заново скачай новый. И все. Я не хочу это делать. Ну, скачай новый и установи поверх старого. Он должен лечь. Там дополнительные какие-то настройки есть, дополнительные настройки, посмотри. Какие дополнительные, тут есть вот учетная запись, вибер, а вот, понятно, настройка звонков, мультимедиа, безопасность и контроль. Мультимедиа. Да. Мультимедиа я захожу, и тут просто файлы на самом деле. А, это... Настройка звонков, вот здесь есть как раз этот микрофон, линейные выходы и вся хуйня. Ну, тогда не знаю, ну и к задней панели подгрубай. Передний как к задней панели подрубай компа. Подвигай свой трехтонный комп и подвигай. У тебя компьютер на 4 тонны, да, такой на колесиках? На полквартирах. Ламповый. Древний такой доисторический из ламповых этих транзисторов, резисторов. Еще ворох проводов там закоп. Да, и вообще ты еще думал. В автономку. Ну а сейчас, подожди, сейчас я попробую это настроить, тут еще кое-что. Так, вот оборудование и звук. Так, звук. На звук, настройку громкости. О, это то, что надо. Чё? Это то, что надо. О, да. А какого хера в вибере ни хера нет? А там нету настроек звука? Почему-то у меня LG-сник работает, системные звуки работают, а Вибер что-то молчит почему-то. Странно. Это хуета, прихлана сейчас. Управление звуковыми устройствами, вот оно нашел. Сейчас мы тут гоним. Так. Ладно, им Bluetooth понятно, хуйня. Так, динамики есть.
Так, динамики есть. Так, а этот, да. Так, запись. Ага, нашел. Так, микрофон есть. Передняя панель, разъем. С другой стороны, Realtek. Почему Realtek? Прослушать устройство. Прослушать данное устройство. Ну, допустим. Так, а вот устройство воспроизведения по умолчанию. О, стоп. Поменяй настройки. По умолчанию не сбрасывай и сделай на Realtek или на это, на Sound Blaster. В общем, проблема, ну, теперь нашел. Я на Sound Blaster хочу сделать. Только это... Sound Blaster, Realtek, так, это... А, вот это вот. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, не, нихера. Нихера? Раз, два, раз, два. Нихера. Не, так, раз, два, раз, два. Нет, нихера. Так, там, собственно, так, автомобиль, так, нет. Так, усиление микрофона. Ну, все, нахрен усиление, если он и так работает. Усиление нужно, сделай его. Это важно, если я сделал, мне его вообще 0 дБ, нифига слышно не было. Слышишь? Так нет. У меня как раз усиление микрофона сделано 30 дБ, я тебя слышу везде. Когда пошел с тобой по скайпу, слышал еще 2 года назад. У тебя там компьютер 5-ток был, да, когда опять на реактор работает. Куча проводов, но после костери болтается, лампочки везде спадут. Короче, у меня все-таки... Что? Вот, реалтековский у меня все-таки сейчас. Ага. Раз-два, раз-два. Сейчас раз-два, раз-два. Так, раз-два, раз-два. Увеличь на 30 дБ. Чего? Громкость микрофона увеличь на 30 дБ. Понятно, сейчас раз-два, 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 раз-два. Ой, блин, что за дерьмо. Сами господи, всегда, всегда думал, что передние разъемы — это самый тупой разъем в компе, который никогда не понадобится. Я никогда не стану изменять с передними разъемами и задними разъемами компа. Никогда. Потому что передние разъемы — это любовники, а задние разъемы — это мужья и жены. Вот и все. А что, я не смог не сидеть другого. Знаешь, они перестанут работать. Это любовница. Передняя жена — это любовники, а задняя — это же муж и жена. Так, разрешить доступ к микрофону на этом устройстве. На каком, блядь? На этом. Раз, два, раз, два. Блядь, нихуя не работает, блядь. Почему нихуя не пошли? Не знаю. Не знаю. Работало все, все было хрен, пока ты не позвонил. Я и не звоню. Realtek, а почему Realtek? Ты ее все, почему Realtek подхватил? Удали другой драйвер. Другой драйвер удалил, установи Realtek тогда. Оставь Realtek, удали другой драйвер. Они конфликтуют между собой, конечно. Так ты же куча драйверов. Они могут конфликтовать. Они могут, да. Они могут. Драйвера всегда конфликтовали, запомню. Они сзади в панели управления, у меня, знаешь, Realtek HDFI Audio, он у меня в панели управления. У тебя есть там этот Sound Blaster в панели управления? Конечно, есть. Только настроил его через панель управления, чтобы он работал. Попробуй так. Я через панель вообще-то управления Sound Blaster и пытаюсь. А, да? Да, так он у меня там видит его, он говорит, да, подключено, да, все заебись. Ну, усиление микрофона вруби побольше, помощнее. Чего? Усиление микрофона. Поставь побольше. Вот у меня диспетчер Realtek HD. Так. Сусовский, да? Так, да. Вот он у меня прям видит микрофон подключен. Видит — это хорошо, но усиление надо. У меня без усиления тоже нифига не работало. Долго думал, что за хуйня. Я усиление нашел лет 5 назад еще. Это усиление, это не громкость микрофона, это усиление. Это две разные вещи. Если ты об этом не знал. Понятно, понятно. Сейчас так. О, все. Я отыскал это дерьмо. Так, колонки. Так, акустическая система 2.1. Так, стереак. Так, понятно, окружение, режим. Так, херня всякая. Так, установки. Онлайн, нахер мне это караоке.
такие очень мокрые. Так, сеанс, выбрось на шины эквалайзер, специальный эффект. Так, студина, вот так, круженка, нафиг так. Сейчас, подожди, сейчас мы, может быть, что-нибудь найдем тут. Так. У тебя машина завтра свободна будет? Чего? Может, девятка тоже завтра свободна будет? Малиновая Лада. Ну тогда давай на ней Кристину замкат отвезу, а то меня заебало за своим месте. Мстительница через все магазины. Давай. Так, настройки. Так, короче, кажется, повышение уровня микрофона. Так, ладно, окей. Так, а почему в саундбластере нет устройства микрофона? Ёбан. Баба, и почему так? Так, я хочу караоке онлайн. Блин, много хочет. Тебе не надо караоке онлайн, тебе нужно усиление микрофона найти и врубить его на 30 дБ, как у меня врублено. И все. Если сейчас отключу все усиление микрофона, ты меня вообще не услышишь. Такая же фигня будет, как у тебя. Какого хрена это будет херня? У меня без усиления не работало, у вас об давно еще, я не мог слушать. Так, и здесь микрофон, нет, не саундбласт, да, микрофон, фронт-панель, вот, раз-два, какого хрена не работает, нифига. Это усиление вруби, там есть усиление, поищи, вот, передняя панель управления, это тоже относится. Смотри внимательно в настройках. О, так, он нашел микрофон, о, отлично. О, так, это хорошо. Динамики, так, линейный выход, так, микрофонный выход. О. Он определяется как микрофонный выход. Отлично. Так. Извиняюсь, это наушники, ладно, хер с тобой, правильно. Стереофонический. Ага, работает. Так, о. Эти работают. А этот говнюк. Так, громкость записи, громкость воспроизведения. Рядом с ним должно быть... Рядом с ним должна иконка усиления микрофона рядом с ним должна быть, как на Realtek. Ну вот усиление микрофона, ну допустим, тут максимум 20 дБ можно сделать. 30, хуярь! У меня на 30-ке поставлено. А почему тогда по умолчанию он не работает, Юкси? Не знаю. По умолчанию надо поставить переднюю панель его. Там тоже переднюю панель надо было указать. Ты не сделал этого? Чего? Ты не сделал переднюю панель, не по умолчанию снять, а указать переднюю панель. Да, я сделал. А, сделал, да. Ну все, нормально. Раз-два, так, Realtek. Да, сейчас, подожди. А, вот, раз-два. Раз... Ты почему? Раз-два. О, я сейчас слышать стал. О, это хорошо. Все, тогда тебе звоним. Сейчас, подожди. Сейчас, так. Подожди. Раз-два. Ладно, несколько раз позвонить, может, получится. Давай, все сбрасываю. Давай. Алло, ты меня, я тебя слышу или нет? Алло.
Алло. Бесполезно, я тебя все равно не слышу. Мне тебя все равно не слышно, вырубай. Давай по обычному телефону позвоним, бесполезно. Мне тебя все равно не слышно, это бесполезно. Я заработал. Заработал, но все, но мне тебя не слышно. Я знаю, даже я еще до настроил. Так, ну-ка, а если я вот делаю через вот так вот сейчас. Раз-два. Почему он пин? Почему пин? Я же розовый. Погоди, ты попробуй на панели управления в этом, как в Realtek HD, красную хуйню указать на переднюю панель. Ты так указывал в настройке? Ну это красную кнопочку такую, не кнопочку, это то, что там где три синий, красный и зеленый. Пробовал так сделать? Ну я не знаю, но WhatsApp, в Viber тебя не слышно. Раз-два, сейчас, не, он выдает, он даже видит, что я в розовую херню втыкаю, да. В розового пингвина. Пинки розовый, то есть в розовую свинью. Пинки и брейн. Он что это микрофон, то есть он все понимает. Ну, если там пятитонный компьютер 40-х годов какой-то. С лампочками, наверное, лампочки не срабатывают вовремя. Микрофонный выход. Окей, да, подключил микрофон. Так, вот он видит, это микрофон. Это так, микрофон. Подавление шума, подавление эхо. Режим, допустим, конференции. Угу, так. Громкость записи на сотку и громкость воспроизведения. Блин, воспроизведение как-то такого на сотку. Ну, допустим, ладно, если он тупой какой-то. Так, раз-два. Раз-два. А может это у меня что-то в настройках? Я слышу себя. А, может мне надо у себя в настройках покопаться? Ну-ка давай проверю себя в WhatsApp. Я даже вырубать не буду. Я слышу себя, все. А, слышишь? Да, я слышу себя через этот. Так, сейчас подожди, Realtek. Так, а сейчас. Раз-два. Все, я слышу себя. Все, давай звони. Алло, мне тебя все равно не слышно. Алло. Короче, это бесполезно, давай через телефон звонить, забей. Алло, мне тебя не слышно, говори что-нибудь.
Алло. 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 Мне это бесполезно. Все равно я тебя не слышу. Да ты не тебе, я сам тебе вот сейчас говорил. Я не знаю, мне тебя не слышно. Я даже к Wi-Fi подключился после второго звонка, то есть все равно мне тебя не слышно. Я не знаю, что за это. Короче, с тобой что-то, это что-то какая-то херня не получается. Игра, ладно, все, давай, короче, пойду я. Не насолим с тобой ни хера. Ладно, завтра поговорим, тебе завтра позвоню после работы. Да, ядовитый. Да, я себе всю испортил, блин, эту систему свою, за этой херни. Да? Да, блин, я тут намешал этой фигни, за нее кто-то надо. Ааа, ясно. Поэтому хрен знает, так, так, ну вот передняя панель, что мне показывает вообще передняя панель? Так, передняя панель, так, вот это вот. Ну, это мои, да, наушники. А здесь он мне показывает микрофон и на фронт-панель пинг розовый. То есть я его вставил правильно в розовый, я слышу себя. Ясно. А ты меня не слышишь, почему ты меня не слышишь? Может, ты там что-то не наслышишь? Ты закрыл микрофон на у себя? Нет, у меня все нормально, на телефоне Viber. У меня Viber на телефоне. Точно? Да, на компьютере у меня его нету. Тогда не знаю, что за хуйня. Ну, я себя слышу. Раз-два, раз-два. Да. Ладно, давай отложим на завтра, если у тебя сейчас времени мало. И ты хочешь поиграть. Все, давай, короче. Ты играть будешь, да? Нет, хочу порыться в этой херне, настроить ее все-таки. Ладно, завтра просто звонимся, хорошо? Ну, да, следующий телемост будет завтра. Телемост закрывается. Все, давай.